Дорогие коллеги славной Республики Татарстан, Музей изобразительных искусств Республики Карелия и я, Вавилова Наталья Ивановна, директор Музея изобразительных искусств, заслуженный работник культуры России и Республики Карелия, член Президиума Союза музеев России. Поздравляем вас, замечательных своих коллег, с праздником! У вас замечательная дата – 100 лет со дня образования Республики Татарстан. Мы гордимся тем, что за эти годы сделано очень много для сохранения и развития культуры вашей республики. Мы учимся у вас, мы следим за вами, мы изучаем ваш опыт. Нам очень нравится сотрудничать с вами, потому что то, что делаете вы, является хорошим примером для всех нас. Мы хотим вам пожелать больших успехов, и пусть каждый Новый год дарит вам новые открытия, замечательные выставки, благодарных посетителей, и чтобы ваше творчество не иссякало никогда. Я думаю, что наша дружба навеки. Мы с вами рядом и будем вместе вершить замечательное дело жизни и развития нашего музейного сообщества. Удачи вам, дорогие друзья!